Арсик, ты уже елку нарядил? Да. Хозяин, я уже закончил. Я елка, уже сама как елка наряжена и нарядится. Рыбки со стула. Там стекло, друзья. Всех рыбок разобрал. Осторожно, корни заканчиваются. Что ты делаешь? Кто это? А ну, Арсик, давай. Деньги, деньги! Постирали вещи, у меня в шортах были деньги! А, что там такое? Чик-чик. Мяу! Подходит гусь, меня за попу кусь. Ай-яй-яй! Ой! Как вкусно пахнет! Не будет он никуда... Заводим джик-джик-джик-джик! Все, беги! А ну, опор! Кия! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Коты и собаки готовятся к Новому году, всем привет! Привет, друзья! Ришка Геймс! Самый смешной челлендж про животных, в котором нам нельзя смеяться. Да. Напишите, кто из нас проиграл и сколько раз засмеялся ты. Ну что, начинаем, поехали, Иги нельзя. Ой, хозяин, я что-то так пошел гулять, что нечаянно в жалюзях застрял, смотри. Шарик, ты что? Окно с другой стороны, хозяин, я до тебя хочу допрыгнуть. У меня ничего не получается. Что делать, хозяин, спаси меня. Поломал всю вообще жизнь. Ой, какая вкуснятина. Фу, какая вкуснятина. На самом дне самая вкусная. Брык. Бардак навел вообще. Что там, посылка пришла, Барсик? Да, хозяин, Но пришла посылка. Я с коробочкой посылка. Играюсь. Я просто тут сижу с коробочкой играюсь, а так, да, пришла, да. Ну а что там внутри, я еще не смотрел. Так, а ну допрыгну, не допрыгну. С Новым годом! А ну, надо подарки посмотреть. В путь. Получилось. Глянь, как здорово. Зимний склон горы, сноуборд. Овчарка догоняет. Круто! Хозяин, не бросай меня, здесь. Я назад дороги не знаю, пожалуйста. А ну, опор. Кия! А у меня не получилось. Играется. Смотри, котенок. Купоном. Наигрался. Шлепнулся. Можно я вас переступлю, извините? А карата не толкайтесь. Хорошо. Ой, простите. Все утонули. Вот это жесть была. Так, погнали дальше. Что там такое? Коробочка. Коробочка. Ё-моё, коробочка. А ну надо шторы проверить. Есть, улет. Что там, купаться будешь? Нет, нет, нет. Бросайте меня здесь. Хозяин стоит и смотрит. Не беси меня, я тебя сколько раз говорил. Нападу. Сейчас еще раз приду, нападу. Мау! Че себе, друзья. Так, погнали, смотрим. Мотылек. Вау! Кот прилетел. Видела откуда? Здрасте. Давай, это, можно спуститься? Как вам спуститься? Еще лифт. Отлично. Лифт без рекорда. Самое вкусное на донышке, но свет, как обычно, потух. Блин, хоть не ударился, я надеюсь. Курица! Ого, какая здоровая! Кот на нее охотится! Кот вышел на охоту! Бздынь! Об стекло! Ё-моё, закрыто! Шарик, я тебе сказал, сколько раз говорил, не беси меня! Не зли меня! Надаю сейчас себе помордаться! На-на-на! Кусь-кусь! За попку! Так, смотрим дальше! Уси, лебеди, утки! Кто это? А ну, Барсик, давай! В путь! Закусим лебеди! Спасаться надо! Так, лови носок! Хорошо, давай! Ля-ля, носок! Круто. Посылка. Ё-моё, что там? Ох ты! Ой, извини. Ничего себе. Шел-шел и решил напасть. А Малону, короче, фиолетово вообще. Хозяйка, ты тут искала свой купальник? Я тебя нашел, но он на меня напал и держит, и не пускает гулять. Так может ты это, снимешь его? Я не знаю. Посылка. Что там такое? А ну, что внутри? Кто там? Это я, Доровченко. Да я твой. А ну, рыбки со стула. Там стекло, друзья. Всех рыбок разобрал. Осторожно, корни заканчиваются. Что ты делаешь? Так, что там дальше у нас? Опять. Вау, с крыши упал. Он перепугался больше. Сюрприз, обчки. Я не был к этому готов, Валя. Капец. Так, что там у нас? Рыжий кот, а ну куда он побежал? Опа! Напал внезапно, коварно настиг. Что там такое? Новое видео, новые лирышки. Айда смотреть. Попался, который кусался. На тебе в попу. Под попник шарику. Так. Ой, вкусняха. Как это? Кушай, так хочется, хозяин. Пожалуй. Ой-ой-ой.
Ребята, перевернули. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я хочу гулять. И в туалет я тоже хочу. И писать хочу. Так, что там? Шарик вроде залетел. А ну, куда он залетел? У-ху! Круто, друзья. Супермен! Подожди, Супермен, ты памперс не переодел. А, точняк, точно забыл. Не держи меня, я же Супермен. Я должен быть супергероем. Брось! Так, опля, елка! На меня конфетти напало! Ё-моё, хозяйка, что делать? А я тут на двери покатаюсь. Следующая остановка — стенка. Хорошо, держись, Барсик! Все нормально, я уже внизу. Да, я вот он, да. Я уже спустился. Это оленя Санта-Клауса! Сейчас напугаю! Просыпную! Круто! Ага. Ой, ты что, заснул? Он говорит, ну не, ну я так не играю. Я подмышку проветриваю. Котенок! Бедненький, недолет. Так, что там? Купаться будешь? Музыка! Пати, пати в ванной! Ура! Круто! Как выйти отсюда? Все скользкое, господи! Так, что там у нас? Ой! Все поломал! Хотел в окно, наверное, прыгнуть. Ночной кот. Смотри, он что-то задумал. Вау! Там второй кот напал. Так, смотрим дальше. Купаться будешь, тебе помочь? Ты, наверное, боишься? На тебе. Ну, ой! А, нет, я не согласен купаться. Давай. Ну, доставайте меня, пожалуйста. Котенок. Воу, долетел. Перелет. Вот это весело. Вот это круто. Так, что там? А, опять хвост напал. Что же делать с этим хвостом? Он постоянно на меня нападает. Как его достать? Как его догнать? Так, а ну, допрыгнул. Прям основательно не допрыг. Птица, пока хозяйка не видит. Я все вижу! Я никто не видел, подожди. Я тихонечко вот сюда отнесу и тут захаваю, пока никто не замечает. Что там такое? Окно закрыто. На-на-на тебе. За что? Подходит гусь. Меня за попу кусь. Ай-яй-яй! Спасаемся. Гуси лебеди! Точняк. Так, поехали, смотрим дальше. Так, кто за сегодня больше раз засмеялся и сколько раз ты, напиши нам обязательно в комментариях. Еще один олень Санта-Клауса. Борсик, смотри на него. Догоняй! Догоняй его! У него все подарки! Да, догоняй. Погоня! По всему лесу. Ой! Круто, друзья, напишите, у кого какой живет питомец и как его зовут. Так, что там? Новые шлемы завезли для мотоцикла. Надо пойти срочно посмотреть. Блин, ну наверху самый красивый, самый модный, самый дорогой. Сейчас я до него допрыгну. Сейчас как допрыгну. Ну давай уже прыгай, давай. Раз, два, три. Опа! Недолет. Молодец. Ой, что это, попа? Что ты там делаешь? Да я думаю, купаться, не купаться. Да что там думать, ныряю уже. Ну, ладно, что. Апчхи. Апчхи! Нет, я не могу к этому готов. Да мокро. Ё-моё, почему не предупредили? Барсик, ты уже елку нарядил? Да, хозяин. Я уже закончил. Я ёлка, уже сама как ёлка. Ёлка наряжена и нарядил себя с собой даже ёлку, друзья. Вот я, моя попа, новая игрушка на ёлке. Смотри, у тебя теперь новый слюнявчик, чтобы ты не закэцивался, когда кушаешь. Хорошо, я, пожалуй, полежу. Ой, какой красивый. Покажи нам, пожалуйста, его еще раз. Хорошо, поднимите меня. Поднимаем. Все, показывай. У Барсика новый слюнявчик. Внимание, смотрим. Так, а что, уже можно падать? Да, ложись. Ага, хорошо, пап. Круто. Воу, книжки. Ну, наверху самые интересные. Как бы до них добраться? Не добрались, друзья. Так, такси. Собачье такси. А как он сам едет? А, не, его катят, смотри, здорово как. Что там такое? Да что-то зачесалось. Оп! Ау! Ё-моё! Сюрприз. Это, на тебе, пошел отсюда. Нога. Кусь ногу. Хозяин, не могу понять, нога напала, не могу ее захавать. Что, правда? Да, вот не могу вообще. Что там такое? Нога. Будешь ногой играться? Да ну вас с вашими ногами, у меня своих 4, не могу с ними разобраться вообще. Так, смотрим дальше. Кто там? А ну, купаться! Ура, купаться! Прибежал. Я случайно. Что там? Теннис! Смотри! Поймал! Гол тебе! А когда уже моя очередь будет играть? Вы постоянно играете, я не могу понять. Когда моя очередь будет играть? Так. Сейчас будет прыгать. И что? Ой, как вкусно пахнет! Не будет тут никуда. Заводим джик-джик-джик-джик. Все, беги. Круто, что там у собаки входит. Так, что там такое? Вау, джик-джик-джик, быстро закрывай.
А ну допрыгни. О, нет, бедненький, ударился. Тарик, что случилось? Я в углу стою, меня наказали. А за что тебя наказали? Потому что дверь слева, а я в стенку решил. Вот такая вот история. Так, что там такое? Мяу. Круто, друзья. Обалдеть. Так, я не могу залезть на кресло. Может, правой попробовать? Может быть, левой? Болит! Правая вроде как бы получше, левая посильнее. Так, жук. Опа! Кот! Это, здравствуйте, вы на нашей экскурсии по зоопарку. Пожалуйста, обратите внимание слева на слона. Так, не трогай, пожалуйста, яшперицу. Хорошо, не буду. Вытираем бороду после того, как побрились. Отлично, не забываем, приходите в наш барбершоп снова. Ура! Гулять! Кататься! Ура! Все, поехали! Что, приехали? Да рано приехали! Ё-моё! Вытаскивайте меня отсюда, пожалуйста, быстро. Так, что там такое? Ой! Сюрприз! Напугал внезапно. Я красавчик. А что с ушами? Я не знаю. Я застрял в клумбе. Так, куда отнести эту миску? Куда поставить? Блин, я миской закрыл себе все глаза. Я ничего не вижу. Что делать? Хозяин, куда миску? Так, а ну этот, конкурс на самую лучшую котобелку. Он, смотри, один с дерева вылазит. Круто, друзья. Закарабкался. Так, поехали, смотрим дальше. Кто там? Ой, хозяин пришел. Ура, 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 дэнс. Суровый кот в зеркале. Ё-моё, у нашего дома кот. Я там где-то это, деньги. Постирали вещи, у меня в шортах были деньги. Ё-моё, как их достать? И сосиска еще была в штанах. Капец, вытащите, пожалуйста. Что там такое? Где шарик? Он же только что тут был. Он у тебя к попе прилип. Да ладно, что, серьезно? А как это произошло? Не знаю, шарик, он у тебя сзади. Ой, говорю, шарик, барсик. Так, ползаем по крылу. Ого, это на лучшую, приз на лучшую обезьяну нашей ванной, друзья. И побеждает вот барсик. Да. Так, белка. Ничего себе. Напугал. Круто. Поехали. Смотрим. Ходи, ты видел там белки? Стой, опять самая вкусняха. И что там? Свет потух. Да ладно. Смотри, край стола, сейчас шлепнешься. Не, я аккуратненько. Трын-дын-дын. Там другой край. Так, на соревнования на кто больше съест вермишели. Я больше. Да ты постоянно побеждаешь. Это так нечестно. Рыбка, подплывай. Сейчас она ее схавает, Лера. Нет, что там такое? Что случилось? А, коты, короче, кушают с ковра. Один просто трется. Короче, смысл в том, как ковры раскидали мусор. Вау, круто. Кот, теннисист. Не, пока еще ни одного мяча не поймал. Не очень-то и круто. Нет, вообще, кот, короче, он, короче, медленный. Обычно у котов такая реакция. Кто там такое? А ну, сюрприз! А где пицца? Пиццы нету, друзья. Поддержите лайком эту серию. Кто из нас больше раз засмеялся? Сколько раз ты? Смотрите все новые видео на наших каналах Максим Play Games. Везде новые серии, не пропустите. Ссылочки в описании. Ведь мы все стараемся только для вас. Потому что вы у нас кто? Самый лучший! И мы вас всех очень-очень любим. Всем пока-пока!